Вы на канале новости БП. Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах Казахстана на 28 ноября. Так, в городе Кокшетау ночью 28 ноября ветер юго-западный с порывами ветра 15 метров в секунду. В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман с порывами ветра 23-28 метров в секунду. Также днем 28 ноября на западе, северо-западе, западно-казахстанской области ожидается гололед. На востоке области местами туман. Днем на западе порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду. В Уральске днем на 28 ноября ожидается гололед. Также на 28 ноября на юге Карагандинской области ожидается восточный ветер с порывами ветра 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области на 28 ноября сохраняется ветер северо-восточный с порывами ветра 15-20 метров в секунду. Ночью на 28 ноября на северо-востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. 28 ноября на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью 15-20 метров в секунду. В городе Петропавловске ночью на 28 ноября ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Также в горных и предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. Ветер юго-восточный в горных районах достигает 15-20 метров в секунду. В городе Шымкенте ночью на 28 ноября сохраняется туман, местами гололед. На этом у нас все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий. Всем пока-пока!